Полно заботы у дорожников. Ремонт тротуаров, замена бортового камня и решеток водоотвода. Одной укладкой асфальта дело не обойдется. Дорожные работы начались на одной из старейших улиц Мурманска. Качество их проведения лично проверил глава администрации Андрей Сысоев. Одна из самых старых улиц Мурманска, Профсоюзов, в ремонте нуждалась давно. Его откладывали в течение 2 лет. Все средства уходили на другую улицу, Коминтерна. Работы здесь много. И, как всегда, мы делаем, так скажем, весь комплекс работ. Уж если подошли к улице, то нужно сделать ее хорошо. Замена асфальтобетонного покрытия, бордюрного камня, 300 квадратных метров газонов нужно будет сделать. Получится хорошо. Начали мы максимально рано для того, чтобы выполнить все работы. У подрядчика проблем нет. Длина ремонтируемого участка 545 метров. Сейчас рабочие уже сняли бордюрный камень и убрали старый асфальт. Пока перекрывать улицу не планируют. А закончить ремонт обещают к концу июня, опередив план. Объект, утверждает подрядчик, сложный. А новый асфальт прослужит около 3 лет. Здесь сложности заключаются в том, что инженерные коммуникации, то есть люки, все находятся как бы в состоянии непригодном. То есть их все нужно поднимать. Бортовой камень весь нужно заменять, потому что он тоже уже как бы пришел в негодность. Также в этом году планируется закончить работу над новой дорогой, соединяющей Кольский проспект и Ледокольный проезд, и начать проектировку выхода на Нижнеростенское шоссе с улицы Октябрьской. Этот проект должен значительно разгрузить перекресток улиц Карла Либкнехта и Челюскинцев. В общей сложности к концу лета будет отремонтировано около 185 тысяч квадратных метров дорог.